Доброе утро, следующего дня. Мы вышли сейчас. Если в прошлый раз мы шли в ту сторону, вот видите, где этот. В этот раз мы пошли к сторону горы. Повернули в другую сторону. И вообще здесь просто неописуемая какая-то красота. Даже слов не могу подобрать. Я говорю, в русском языке нет таких слов, чтобы передать красотичь, которая здесь. Короче, я влюблена в Симеиз. Какие-то птички у нас необыкновенные поют. Кто-то бегает по крышам. Вообще просто кайф. Сейчас мы пытаемся на другой пляж пойти. Вон еще какой-то, посмотрите, замок вообще офигенный, а? Вот какая-то территория. Чего территория? А если вот так вот наверх пойти? Вот, смотри, смотри, смотри еще. Вот, смотри, замок. Очень красиво, просто кайф. А если вот так вот наверх что будет пойти? Ты сейчас хочешь наверх пойти? Да-да. Ну, пойдем. Я бы такая сейчас ходить. Блин, такая красота, Кисун, не могу. Да, то, что ты видела прям. Просто вообще. Ну, вот ни в одном другом, где бы мы не были, мы не видели вот столько строений, ну. Да, да, да. Никогда так... Нет, зачем-то он так не работает. Старых. Да, очень красиво, мало людей, вот это мне нравится. Я тут сейчас пошел, я здесь красиво пошел. Да. Можно было бы, Кисунь, можно даже позвонить, узнать. Вот так вот взять, если что, и переехать недельку эту или недельку, да, допустим, здесь. Ну да. Ну давай, сейчас позвоним, жили везде. Ну, блин, какой прикольный дом, да? Да. Смотри, откуда... Ой, вообще какая красота, боже, вообще. Ну, как... да, прям... Мне такое ощущение, в этом городе, как будто я попала за границу. Ну вот, по строениям, по улочкам. Ну, немножко как бы пройтись, то, что не так сильно, но в целом для Крыма... Ты знаешь, я смотрела итальянского блогера, вот, и там... Похоже на Италию. Италия, фу, ну она такая, она, ну, про, такие засаленные улочки, какие-то помои текут, ну, что-то так. Я был в Италии, в Испании, похоже. А особенно похоже, что не видишь, там, конечно, пини, в основном растут. Такой прям пиномор, да, пошли прям. В сторону Коцивелли мы пошли. Коцивелли, да. Походу. Знаешь, прям. Париж как папа. На заставочку видео пойдет. Видео. Вот, мы с другой стороны камни, да? Вот он жилье, смотри. Ну смотри, вот еще. Какая красота. Жилье, видишь там? Вот еще жилье, представляете? А может быть можно за 1000 рублей договориться? Видовое какое-нибудь жилье взять. Видовое надо попробовать, я так считаю. Да, я тоже так думаю, Кисюня. Пусть оно будет не такое, прям не лакшери, но чтобы было с видом каждое утро, с видом на море. Ну давай, хорошо. Да? Вот здесь вот, наверное, сдаются, да? Да, ну вот жилье, видишь, написано. Посмотрим, выберем. Давай телефон потом возьмем. Очень классно. Что, мы пока с тобой тогда... Ой, ну вообще красота какая, не могу. Да, возможно, с Кицивелли как раз. Если еще пройдем... Давай еще чуть-чуть пройдем. Прям открывай, да, нас с тобой? Да. Вон там люди купаются, значит, как-то можно спуститься. Значит, где-то вот здесь должен быть спуск, потому что вон там люди купаются. И как-то здесь же живут, как-то же сюда пройти можно. И, скорее всего, здесь там тоже сдается что-нибудь. Вон, смотри, людей полно купающихся. Вон. Детского лагеря? Не лагеря, вот это, ну, как называется? Боже, я не знаю, блин, я не могу. Такой кай, гора-кошка. А запах какой? Запах. Вдохни запах. Подскажите, а там где-то спуск к морю есть? Ну там есть, но по камням придется. Да. Камням. А Коцивелли это не в ту сторону? Так мы можем Коцивелли пройти или нет? Не знаю. Понятно. Это вот, наверное, вот туда, да? Вот где, откуда мужчина вышел, да, туда, да, вниз, да, куда-то, да, туда, да, туда, да? Ага, спасибо.
Боже. Красиво очень. Так что люди не очень сильно знают, присмеешься далеко. Не подскажешь, а в Кацевеле так можно пройти? Можно, да? А сколько идти так по времени? Полчаса, наверное. Полчаса, да, спасибо. Ага, спасибо. Мы пойдем сегодня на эту, на сушечную ферму. Пешком? Да. Что, мы сюда пойдем? Мы сюда, здесь будем спускаться? Ну нет, наверное, обратно пойдем. Обратно пойдем? Здесь не будем спускаться, купаться? Давай на тот пляж пойдем, как я тебе говорил. Ну давай. А во второй половине просто сходим и... На устричную ферму, да? Да. Ну пошли. Ой, ты посмотри, какой вид. Ну это просто шикардос. Какой-то в Европе находимся. Да. У каждого пансионата есть своя территория, парк. Хочешь, я тебе говорю? Ага. Можно туда перейти. А, запах. Здесь сюда хочешь, нет? Да ну не. Ты не обратно пить, а что он делает? Да не. Там где-то пути. Ну нет, а что там делать? А вот, смотри, видно, тоже сдается. Вот здесь это сдается как раз. Невероятная красота. В другом мире, в другом Крыме оказалось. Просто оказалось по быкам. Каждый уголочек – произведение искусства. Посмотри на дерево. Видишь, какое-то такое прям... Вот, наверное, кто-то сдает. Сколько, может, этого мужика типа дешевле? Он ведь видит. Так и там и Инстаграм есть. Юстрица Ялта. Там... Как-то не сфоткаешь, только снять. Да, у них Инстаграм есть. Ну, потом на видео посмотрим. Равно. На видео потом посмотрим. Не, не надо, не надо, не надо. Не надо, ну не надо, ты оторвешь. Может, вот так вот так сфоткать? Да я увижу, я потом отмотаю, посмотрю. Ой, ну просто вообще не могу. Камни, да? Да. Повернись ко мне. Ага. Я прям через видео фотографирую. Так можно, кнопочку нажимаешь и делает кадры. Вот здесь вот, наверное, люди живут. Вот здесь вот, видишь, балкончик. Знать бы, сколько здесь жилье стоит. Можно даже за полтора, да? Ну, как бы да. Давай. Да не, навряд ли. Туда, пойдем туда. Пойдем сюда. А что, ну вот люди сюда идут тоже. Ну, мало ли люди сюда идут. Давай здесь. Ну а вот что там. Куда давай туда можешь? Пройдем. Куда хочешь? Давай туда пройдем, посмотрим. Оттуда же почему-то идут люди. А это камни старые, древние или нет? Да. Сколько им лет? Ну, не знаю, что это время делали раньше. Нет, здесь ничего нет. Ну, тут, наверное, люди на камнях как-то спускаются, купаются. Ты посмотри, вода какая. Вода просто кристальная. Пойдем. Просто вода обалденная. Я бы, конечно, в дикие места пошла бы. Но если ты хочешь на тот пляж, пойдем на тот пляж. Вообще, по идее, там тоже можно спуститься. Вот, видовые прям места. Внутри тогда непонятно, что, может быть, там, конечно. Еще ужас. Дядя, давайте пропустим. Дядя идет на море, да. Идем. Ой, какая красота. Остановись. Всё.
просто произведение искусства. Здесь творить можно. Жить и творить что-то. Писать стихи. Это располагает прям к этому месту. Рисовать картины. Просто читать. Просто хочется остановиться здесь и на месяц затусить. Но нас ждет Алушта. Мне пока даже лампочку хочется. Да? Если хочется тусовки, вон можно в заведение в это пойти. Угу. Этих бургеров взять, посидеть, потусить. Магазин с нормальной рыбой мы нашли. Ты будешь рядом, пород. В этом, в Царской есть улов дня. То есть там им привозят рыбу. Запах просто не просто. Смотри. Все. Тут правда, девчонки, хочется снимать и просто снимать эти красоты, эти какие-то замки, старинные здания. Давайте просто камни. Дай? Да, давайте. Ну, пойдем туда. Просто здесь хочется остановиться, забуриться. Прям на месяц. И даже, может быть, на год и пожить. Как вот по ощущениям. Тут все на камнях. Тут пляжик небольшой вон. Маленький, да? Да. И стакан эти туда. Вон, кстати, есть местечко, смотри, вон там. Ну, вот. Пойдем посмотрим. Пятачок. Вообще нужно искать, изучать. Может, мы что-нибудь такое найдем. Интимно. Интимно. Ой, что-то прям так многолюдно. Ну, вон там вот есть. Только по камням идти надо будет. Да. А это спускаться вниз, вон там вот на камнях. На волнах, да. На волнах. Можно расстелиться и лежать, не хочешь? Ну как тебе, как тебе комфортно, так и сделаю. Ну мне нормально. Ну, а там людей нету. Да. Да. Что вход будет? Оп-оп-оп-оп-оп. Да, с детьми, конечно, тяжеловато в плане подъемов и спусков. Да? Я бы не сказал, мне как-то даже нравится. Вот тут вот написано «не входи». Я для детей говорю. Написано «не входи». Да? Да. Ну а кому это принадлежит? Вот «не входить» написано. Кому это принадлежит? Что это за... произведение такое. Ты знаешь, тут-то прям место для того, чтобы строить замки. Не просто обычные коробки, а строить замки. Может, это очень веселая вещь, сюда какие-то ситуации. А? Здесь можно загорать, веселее. А туда вниз сходить купаться? Ну, как вариант, можно. Я сейчас спущусь вниз, гляну, что там есть. А там вот нет, если так пройти, там не видел никакого. Ладно, я сама подниму своими глазами, посмотрю. Что, собственно говоря, я делаю? Пришпортовались. Просто на ступеньках сидим.
релаксируем, лицезреем. Этот местечко присмотрели, в следующий раз туда пойдем, где ребята сидят. Вот. Так, кайфуем. Еще с масками купались, мой первый опыт. Как муж прескается на маске. Очень красиво, просто невероятно. Медузы, ты видишь подводный мир. Там разные медузы. Одну медузу видела, вообще какую-то странную. Я никогда такой не видела. Она, знаете, как... Даже не могу объяснить. Очень красивая, очень интересная. Не как обычные круглые такие, другая. Очень круто. Маска. Просто сидим, кайфуем. Теплело. Кто? Кто? Пещера большая? Ящерица. Все там, в той части. Мы здесь уже 3 часа тусуем. Все остальные все ушли. В общем, мы в гордом одиночестве здесь кайфуем. Самое, что меня впечатлило здесь, это маски. Ныряние, не ныряние, это... Муж нырял, а я... просто над водой смотрела. И мы видели, впервые в жизни я видела огромных медуз. Ну, никак не огромных, я не знаю, сколько. Такая вот, побольше, с моей ладошку. Щупальцами. Я впервые видела такую медузу. Обычно они такие, как корыца, такое, как ложка такая, и все. А это прям огромные такие медузы. Просто обалденные. Пошел узнавать, сколько здесь белье, жилье стоит. Похоже вообще на... Видите, даже почтовые ящики есть. Зяма какой-то. Мы возвращаемся же обратно. Что здесь? Что здесь? Все дается, да, помнишь, к вам взять. Да? Если мне кажется, какое-то жилье мутить там, что где. Ну, какой-то балкон. Если хочешь, мы можем, конечно, просто зайти посмотреть. По-моему, жилье есть. Либо я возьму телефон, просто позвоню. Нет, там балкона нету. Балкона нет. Ну, бомжатник, так насколько бомжатник? Ну, что, ты хочешь посмотреть? Ну, пойдем посмотрим. Даже как квартиры, да. Ну слушай, там окна какие-то стекла забиты. Ну ты сам, может быть, поднимешься, нет? Машинка сюда не этих заезжает, вон крузер. Как фавелы, говорю. Бразильские. Даже в этой кибитке живут. Ладно, раз уж моя миссия снимать вам все. Сейчас хоть вид глянем. Посмотрите, люди кушают здесь. Столик, вид шикарный на горы. Не лакшери, но видовое место.
скалолазы поднимаются. Вон. С оборудованием. Что, никого? Потом прозвоню и телефон возьму, там есть. Ага, ну да. Вот видишь, столик поставили и кайф. Да? Да? Вообще как народ живет себе, бараки там? Да вообще. Сама в шоке, причем на машинах, ну смотри на каких. Ну, грязище, что так, это все взять, надо сосить. Да люди особо не парится, сдается, да? Сдается жилье, и фиг с ним. Ну понятно, просто место прикольное. Вот, посмотри, тоже, скорее всего, снимают. Что? Вот, тоже снимают, скорее всего. Вот такого типа домика я снимал в грузике. Да? Хороший. Ну, как тогда, на одного. Ага. Привет. Да? Ну, все, сказал такое. Не знаю, по-моему, люблю тебя, сказал. Да? Думаю, тебе послышалось. Ну, конечно, немножко это. Куда он? Не, немножко. Да он, да? Да. Потому что не смешно, я что-то ошибку, да? Не, лицо. Да, нет. Что-то такое. Они добрые. Добрый, да? Ну, их солнечные вот люди, вот, вообще круто. Я. Вообще супер. Вообще супер. Позвони мне. Замки, так вот.